Всем привет, с вами Вероника Адамс, и сегодня будет необычный образ, образ милой зайки, да, к Пасхе, к такому замечательному празднику. Вот, поэтому, если вам интересно, то не переключайтесь.
в нем располучился. Мне он безумно нравится. Как вам? Пишите в комментариях. И, естественно, ставьте большие пальчики вверх. Такой няшно-милашный, но где-то можно еще совместить и с Хэллоуином. Почему нет? Естественно. Кто сказал, что Кто сказал, что пасхальный кролик должен быть милашным? Ну, я и так милашна, правда? Смотрите. В общем, вот что я получилось. Надеюсь, вам это понравилось. Потому что я очень старалась, поговорила о макияже, свой креативный образ. Вот. А на этом все. Спасибо вам большое за просмотр и с Пасхой вас!